Каля 42 тысяч детей и подлетку плануть оздоровить за летний перыд у Могилевской области. Самая шматликая традиционно отрымалась первая измена. Коли працевали еще и лагеры дневного знаходжения. Круглосуточных лагеров на Могилевшине каля 30. Зараз у их началась третья измена. На один день у родник, где бывал еще подлетком, отправился Михаил Сярков. Фишка этого сезона у роднику – самокирование. Лагер названы «Веселковой республикой». У нас 4 корпуса. Каждый корпус называется по-своему. Корпус – это область. Это у нас цветочный, солнечный, лесной и радужный. У каждой в области 2 города. У каждом городе есть свой мэр, якого у початку смены выбирают сами дети. По мэрам городов приготовятся к сдаче рапортов. Раницу дети начинают традиционно с зарядки. До речи, у родняку на спортивной пляцовке завсёды соправдные баталии. Спаборництвы по пионерболе, шахматах, спортландии. Например, вот в этом футбольном товарыском матче сошлись сборная вожатых и команда старейших отрядов. У сверхвыниковым матче была зафиксована боевая ничья. Штодня у лагеры забавляльные программы и конкурсы. Додадим до этого свежее поветра, здоровое харчевание, дискотеку. На интернету молоди просто нема часу. На такую активную программу детям потребны силы, так что аппетит у них завсёды заиздростный. И мясцовые кухара имкнутся отповедать этому. Самое вкусное – это котлеты и картошка. Размещенный родник у 40 километрах от Могилева, у вёсцы Заходы Шкловского района. Спочатку он належал заводу «Зенит». Зараз это лагерь областного центра творчести. За прошедший летний период прошло 2 смены. На первой смене оздоровилось 215 детей, сейчас 216 детей. Всего 4 смены за летний оздоровительный период. До речи, все лето родник означает свое 30-летие. Михаил Сярков, Николай Соболев, «Новини региона».